Всем привет! Если у вас случайно перестал работать Google Play, не проходит оплата, и вот здесь, где как-то по умолчанию написано что-то связанное с особенностями безопасности, то, скорее всего, у вас обновился патч безопасности, и вам не дает совершить оплату лишь одна вещь. Для ее устранения вам нужно зайти в настройки, в настройках нажать о телефоне и посмотреть, являетесь ли вы разработчиком. Если у вас меню разработчика и отладка по USB открыты, то это меню стоит закрыть. Если же оно было не открыто, в расширенных настройках проверяем. Вот, в данный момент у меня это закрыто меню. Значит, следуем ко второму пункту. Второй пункт, который вам необходимо сделать, это набрать следующее. Вот этот сервис, который обновился и установил новый сертификат. Вам нужно будет зайти в приложение. Переходим отсюда в приложение и полностью удаляем настройки данного сервиса. Так, все приложения. И вот здесь пишем. Это не обязательно Xiaomi, там Huawei, все что угодно может быть. Сначала мы закрываем, а потом делаем очистку данного приложения. После чего желательно переустановить Google Play и заново переподвязать карту. Только после этих манипуляций Google Play у вас заново заработает. Для того, чтобы проверить, заработал или нет, нужно нажать на саму карту. И посмотреть, какие настройки у нас здесь есть. Заходим в настройки безопасной оплаты. Если у вас все галочки стоят синие, значит, все у вас должно работать. Можете смело проверять, заработала у вас оплата или нет.